Всем привет, ребята, вы на канале Катрендекс, с вами я, Катя, и сегодня мы вместе с вами продолжим играть уже третью часть игры Roblox Restaurant Tucson. Я ее давненько не продолжала, я вам скажу, но сегодня вот я решила продолжить. Вот наш, как видите, ресторан, тут уже прошло обновление, как видите, внизу вот такие вот менюшки, Икея изменилась. Давайте первым делом, наверное, у нас тут есть официантка, то бишь... Ну, я думаю, с официанткой будет быстрее. Пока посетителей у нас нет. Нужно открыть ресторан. Меню. Как там открыть ресторан? Финиш, честно говоря, уже не помню. Вот, open. Вот, смотрите, у нас первые тусоны пришли наши тусоваться с нами тут вместе. Так, можно тпхнуться в Икею? Вот, мы тпхнулись в Икею. Ну чего, пойдемте посмотрим, что там есть в Икее, потому что... изменили, может быть, даже Икею тоже. Да что-то добавили, не было такого цветка, да? Мне кажется, это вот шляпы не было. Ну, конечно, у нас нет, мы ничего не купим, увы. Насчет стульев тут, я, честно говоря, не знаю. Вроде бы как стульев не было, ну... вот этого вроде как беленького бы не было. Такого стеклянного. Ну, это я сама не уверена, если честно. Что тут еще есть такое интересненького? На второй этаж мы будем подниматься, я думаю, поднимемся, потому что когда мы играли, там было очень много места, и его никто не заполнял. Сейчас же тут появились вот эти вот модные колонки, такое диджей-место. Стеклянный пол такой. Книжные шкафы появились, я не помню, были... А, нет, книжные шкафы были. Вот это вот появился новый дракон такой. Камин, по-моему, появился. Краска, ну краска вроде как была... Ну, в общем-то, ой, боже мой, там кто-то застрял. Вот это, боже мой. Ну, в общем-то, обновления прошли. Я скажу, что достаточно интересненькие теперь у нас обновления. Так, что это? Это про нас. Я даю $8 за 2 минуты. Возможно, нужно уволить официантку. И как бы все будет нормально. Давайте попробуем уволить официантку и самим поработать на официантку. Вот Вайтер. Стоп воркинг. Что? The workers busy doing sometime. Дочитал sometime and the moment. Чего? Сейчас вот все, теперь вот он не мог уволиться, теперь его уволил. Вот. Ну два, ой, извините, два шефа, я думаю, пусть будет. Что это за чувак делает? Ой, тут заказиков, заказиков. Извиняюсь. А вот этот стол зачем? Ну я думала, туда они будут свои блюда ставить. И чтобы туда люди, может быть, не заходили. Ну ладно, я думаю, тот стол мы же уже никак не продадим или можем продать. Я, честно говоря, не совсем уверена, что это такое, как продача. Но я забыла уже. Мы играли с вами давно. И обновление уже пошло то ли 2 месяца назад. Мы с вами, ребята, это играли, представляете, как давно это все дело было. И я со временем в игру вот в эту ресторан тусон не заходила вообще. Потому что снимала уже про другие игры. Я не пойму, кому вот это вот отдать все. Отдали. Так, тага. Так, вот так вот. Отдаем тага вот этому вот, яркому пацану. Ой, тут у нас тоже много всего готовили. Это салатчик вот этого, итальянский салатчик. Это итальянская пицца. Кстати, вы ничего не подумайте, но итальянцы готовят пиццу менее вкусно, чем наши. Да. Вот такие вот. Ну, на самом деле, я сама не знаю, но вот так говорят. А почему у нас заказ принят, а никто его не выполняет? Вот. Ой. Это мне немножко непонятно. Ну, может быть, когда будут заказы, они начнут готовить. Потому что как-то поварятки не совсем приступают к делу. Ну ладно, так, деньги мы заберем. Чтобы просто тут наш покупатель не остался. Без пиццы. Пепперони пицца, сырная пицца, потом еще сейчас что будет? Пепперони пицца. Так, для 5 человек столик, ну вот. Все, правда, не для 5, но... Сидите. И вот сейчас поездки. Все, смотрите, там я пиццу отдала, он нормально себя чувствует. У нас уже 65 кэша. То бишь, уже можно идти в магазинчик и там скупляться. Но я думаю, пока еще нужно посидеть. Так, для 2 столик, пожалуйста. Для 2 столик, вот. Вот, с видом на травку. Собираем тарелочки. Пока мы играем в роли официанта, но потому что пока нам нужно максимально экономить денежки. Потому что у нас не так много посетителей. Так, это кому отдать? И начос. Сырный начос. Забираем тарелочки и $37 у нас в кармашке. И теперь нужно будет купить еще
Entertainment. Что такое Entertainment? Не помню. Ой, ты, блин. Так, для четверых столик. Вот, пожалуйста, у нас их целых два. Дать. Мужчины, проходите, проходите. Тарелочки собираем. Подготовим. Может, пока матница в Икею что-нибудь купить для четверых столик. Пожалуйста, присаживайтесь. Пока наши поварятки будут готовить. Или давайте им отнесем вот то, что приготовилось. Так. Да тут все мексиканскую еду заказали. Ничего себе. Ой, да и тут еще, гляньте, кукурузу кто-то заказывает. Жареную, да? Да, гриль. А тут уже начал работать наш итальянский поваренок. Что это такое, пицца или что это такое? Вот извините, я сейчас говорю с заложенным носом, потому что, ну, сами понимаете, почему я с заложенным носом приболела. Сейчас очень холодная, очень жаркая погода, и так это получается, когда на море приходишь покупаться, да, я сейчас на отдыхе, то получается сразу нос закладывает, сразу вот я сейчас лечусь. Но это ж не сразу все. Вот какая-то кукуруза, ну как будто это бананы жареные, ну. Ну ладно. И последнее, так. Не последнее, тут еще хотят, смотрите-ка. Люди еще хотят есть. Ладно, давайте пока правда мотнемся чего-нибудь там. Вот сюда вот в уголок столик можно купить. Или сюда вот столик. А сколько нужно столик? Может быть на двоих еще или на пятерых? Еще. Ну, можно на троих. Давайте рассмотрим столики. Так, столик какой буду покупать? Большой? Мне кажется, на троих хватит и вот такого столика. Да ведь? Давайте как на такой столик. О, вот цвет можно выбрать. Стульчики там разные есть. Давайте купим вот такой вот стол за 30. И вот такие вот табуреточки. Это новые, по-моему, табуретки. Их раньше не было. Раз, два, три. Все, смотрите-ка. Мы, по-моему, удачно... А, ТП в Тусон. Это вот это вот. Вот. Смотрите-ка, мы, по-моему, хорошенечко так скупились. Мне понравилось то, что мы купили. Сейчас попробуем это на людях. Как это странно звучит, попробуем это на людях. Ну ладно, будут ли они к нам приходить, покупать у нас что-то. Тут уже очень много заказов сразу. Одни людички ушли, значит, должны прийти другие людички. И пока они идут. О, смотрите, диаманты дали. Столики пустые почему-то. Неполадки. Так, куда тут надо? Вот, Place Furnish. Куда поставим столик? Сюда поставим столик. Я думаю, сюда. Так, нам как поворачивать? Я забыла. R, да? Вот. Такие стрелочки начали показывать, типа, куда он лицом сидит? Нет, я хочу вот этот. Не-не-не. Финиш. Ну ладно, пусть так будет, в принципе. Ну так вообще. For free. Ой, как вы в Дала пришли, я вам хочу сказать. Так, чикен буррито. Кто хотел там чикен буррито? Вот чикен буррито. Что там, мисочки? Спагетти. Так, потом сырная пицца. Там много. И пусть пока наши поварятки готовят. Сейчас я вас посажу за столик for six. Ого, у вас тут. Для шестерых столик, пожалуйста. Пожалуйста, все, смотрите, работает. Приходит достаточно много людишек. Ууу, целая, смотрите, как они прям целой очередью так пришли. Так, салатик нашему Роблоксеру. Как отдать? Я не могу отдать. А кому это отдать? А, вот этой тете. Салатик уже вот этот, все, я увидела. Так, готовь пока кукурузик. Я пока отнесу пепперони пиццу, сырную пиццу. Еще одну сырую пиццу. Ну да, конечно, с официантом это легче, но, опять же, нам пока нужно экономить денежки. Что в следующей серии мы еще расширили, к примеру, свой такой себе пока маленький, уютненький такой ресторанчик. Может быть, у нас давайте с этим что-нибудь там есть в инвентаре? У нас ничего нет. Так, что тут? Ну, вроде пока ничего. Так, собираем, сейчас должны прийти люди. Собираем их с тарелочки, кулак дишес, собираем. Мне хотелось бы вот это вот немножечко так поменять, что ли. Ну, ладно, давайте тут деньги собираем. Вот, смотрите, сколько сразу денег нам дали. Вот, еще дождемся, пока вот эти вот нам деньги идут. Форфо. Ну, конечно, у нас, вот, смотрите, два столика форфо. Форфо, два столика. Такие мальчики пришли, да? У одного желтого волоса, девочка в шапке. Это девочка, да? Такая модная. А мальчик с красными волосами, такие модницы пришли. Ну и модные такие пришли все. Вот так. Ой, у наших тут поваров тут просто много-много. Заглушка по блюдам. Посмотри, сколько у нашего повара мексиканского. Так вот. Форфо, ой, сейчас будет еще больше заказиков. Ладно, нас это не бывает, потому что мы же готовим людям кушать. Так, чикен-буррито. Чикен-буррито, я заметила, забирают очень даже хорошо. Форту, ой, народу навалило, я вам тут скажу, немало. Так, собираем. Вот это эти спагетики. Я знаю, что это спагетти. Смотрите, может, это не те спагетти? А, вот, спагетти от Meatballs. То есть они еще с разными там добавлениями, начинками там всякими такими вот. Это уже спагетти. Кукурузу, вот это вот спагетти еще кому-нибудь надо отдать. Потом, значит, вот, что-то взяли, начос.
буррито. Это буррито не куриное. Буррито чикен и буррито и тако. Буррито чикен и буррито тако осталось. Потом вот еще чикен буритос. Так. Чикен буритос. Ось, то. Так, то. Бри чикен буритос. Молодец. И обычная тако, 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 тако. Вот сюда. Все, пойдемте еще, наверное, купим столик. Да, сейчас тарелочки пособираем, 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 пособираем. Все. Так, значит, столик можем поставить сюда вот в уголочек. Тоже на три человечка можно поставить, да? Побежали, побежали в Икею. Быстрее, 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 быстрее. На три человечка давайте что-нибудь какой-то другой купим. Мне хочется такие стульчики купить. Давайте купим такие стульчики. Они, конечно, подороже будут. Вот такие вот. Джин, два, три. И какой-нибудь столик. Вот такой, да? Красивый, да? Но он только в таком цвете. Нет, тогда давайте купим... Может, такой купим? Давайте такой купим. У нас такого еще нет. Смотрите, какой он прикольный. Прикольнючий какой столик. Давайте такой, да? Все, бегом поберем. У нас мы потратили кучу денег. У нас было 205, сейчас 90. У нас рейтинг увеличился, кстати говоря. Это очень-очень-очень хорошо. Идет у нас дело. Так, теперь нажимаем на Q, как я поняла. Place Furnish. И по-быстренькому ставим... Так, еле ставить, да? Вот, table, 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 table. Вот сюда тейбл можно поставить. Так, видите, а тут уже не показывают, как стульчик ставить. А, видите? Вот, for finish. Все. Делаем, делаем блюдо, блюдо, блюдо. Так, все. Люди ушли. Забираем. Это они еще едят, да? For for please, столик. Вот for for столик. Уходят наши люди, потихонечку расходятся. Ну, у нас же еще, как бы, я думаю, придут еще люди. Люди, люди, люди. Это кукуруза. И так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Кушайте на здоровье. Пиццу с table for four. For four у нас, а у нас нет уже для... Что, для четверых вам отдавать столик? А для трех не получится? Давайте для четверых отдавать. Жалко, уже 6 человек пробормотали. Ну ладно, вот есть три еще столик, и на три еще есть столик. Вот, for free, пришли, пришли. Вот давайте за новый столик их посадим. Так, пиццы, пиццы готовы, пиццы готовы. Сейчас еще должны прийти людечки на столик за троих. Вот. Вот у нас тут еще столик, если видите. То есть сюда еще должны прийти люди. Так, 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 так. Отдаем, 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 отдаем. Table for free, отдаем. Знаете, у нас полностью ресторан весь заполнен. Знаете, как это так приятно, что ли? И давайте, ребята, да, получаем с этих людей прибыль. Нам и будем, наверное, заканчивать, потому что серия получается достаточно долгой. Но мы со всех людей прибыль не получим, но не хотелось бы терять людей, да, поэтому давайте уже каких-то людей, да, обслуживаем. Принесем вот салатик, да, к примеру, тут тарелки позабираем, потому что эти люди у нас уже давно сидят, да, вот, вот эти тоже давно сидят, вот эти уже смотались. Поэтому сейчас мы им тут все отнесем, вот. Вот так, есть у нас форфо. Так, да, обслуживаем наших клиентов, принимаем у всех заказики, заказов очень много. Так вот, так вот, так наши поварята стараются готовить, но, видимо, придется покупать либо еще итальянского какого-нибудь повара, к примеру, да? Да не знаю, будет ли больше спрос, если будет еще итальянский повар. Потом еще какой-нибудь новый повар для разновидности меню. Хотелось бы кого-нибудь такого купить, интересненького. Но, опять же, хотелось бы, то бишь, как оно все получится, это уже не нам знать. Ну, давайте попробуем, может быть, в следующей серии, потому что если у нас есть деньги, но этим поварам же все равно придется зарплату платить, правильно же? Вот мы платим им по... Ой, извините, это пахнулось. Платим им по... Каждые 2 минуты платим им $6. Ну, достаточно это большая цифра, как я считаю. Ну, для повара, может, и маленькая, но для нас большая достаточно эта цифра. Я не говорю, что я жадная. Зарплату платить людям нужно. Но небольшая зарплата, в принципе. Ну, если бы у людей было, то как-то было, конечно, супер, но все же это деньги, которые нам нужно платить, возвращать, отдавать. И все. Поэтому давайте быстренько тут все доделываем, потому что мы потеряем свои деньги, которые мы тут обслуживаем. Потому что мы когда выйдем, наши посетители уйдут из нашего кафе. И все. Так, кто там еще хочет? Хочет вот эту лапшу. Так вот, так вот, так вот, так. Боже мой, я уже замоталась бегать им носить, честно говоря. Много они очень сильно кушать хотят. Толстая пицца. А так тебе, знаете, по одному заказали. Ой, так отдаем сырную пиццу тут. Ну да, жизнь официанта, повара одновременно. Это, конечно, не очень. Так у нас есть уже повара. О, смотрите-ка, еще вот этих вот дождемся. Давайте всех дождемся. Сейчас будут новые люди, но мы их обслуживать не будем. Хотя мы можем запомнить, каких мне нужно обслуживать for two. Смотрите, чтобы вот этих вот троих обслуживаем. О, остались еще вот эти вот двое обслужить. И все, и мы заканчиваем с вами серию. Чтобы мы вот этих вот не будем обслуживать. Зачем? Опа, 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 опа. Америка, Европа. Смотрите, for six table. Все, смотрите, ребята, всех усадили, все обслужили. И на этом, ребята, мы будем заканчивать. У нас сейчас рейтинг у нас 3,3 повысился. Кто хочет
хоть меня найти, добавить друзья, конечно, добавляйте мой ник Катарендик в Роблоксе. Вот как вы видите вверху, Катарендик аккаунт 13+, Кэш Диамонс. Добавляйте, поиграем, может быть, вместе зададим группу, поиграем, заснимем с вами видосик, если вы хотите. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.